Федеральная розничная сеть «Магнит» появится и в Дагестане. Первые магазины откроются в Махачкале и Каспийске. Трудоустройство местных жителей идет полным ходом. В ближайшие 5 лет розничная сеть планирует трудоустроить порядка 2000 дагестанцев. С этой целью в Дагестанском государственном университете сегодня прошла первая ярмарка вакансий. Подробнее в сюжете. Я соискатель вакансий управляющего магазина. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество. Достойная заработная плата, карьерный рост и официальное трудоустройство. Руководство розничной сети «Магнит» предлагает соискателям ряд преимуществ. На работу в магазины принимают не только опытных сотрудников, но и тех, кто впервые решил трудоустроиться. Конечно, изначально пришла на вакансию кассира, а здесь меня убедили, что у нас все универсалы. Вот на продавца хочу начать влиться, а дальше надеюсь на карьерный рост. Ярмарку вакансий постили как взрослые соискатели, так и студенты. Каждый заполнил анкету и получил профессиональную консультацию специалистов. «Магнит» предлагает хорошее качественное обучение, предлагает карьерный рост. То есть человек, начавший свою трудовую деятельность с продавца, в течение полугода может вырасти до товароведа и дальше стать директором магазина и даже супервайзером. Мы предлагаем достойные заработные платы, то есть это от 24 тысяч за 15 рабочих дней. Плюс официальное оформление, абсолютно белый доход. Это возможность выходить в оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный, в будущем пользоваться социальными льготами. На ярмарке вакансий участвовали представители власти. Они уверены, розничная сеть «Магнит» поможет снизить уровень безработицы. Надежды большие, потому что «Магнит» большая сеть. И я думаю, что максимальное количество людей будут трудоустроены, то есть через центры занятости и через ярмарки вакансий. В июле «Магнит» откроет в Каспийске магазины формата «Фудома» и «Магнит Косметик», а в августе – в Махачкале. До конца года откроется порядка 20 магазинов в республике, а в ближайшие 5 лет – около 180. Хамзан Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.